Друзья, вы на канале Magic Family. Меня зовут Аня, а со мной мои собачки Софи, Эйвен, Юми, щеночек и Миша. И в нашем волшебном зоопарке еще очень много животных. Кошки, птички, муравьишки, хомячки и другие питомцы. Так что... подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик, чтобы успеть прийти, как только ролик выйдет на канале. Потому что мама не отвечает на вопросы. Не опаздывай. И сегодня я хочу поделиться с вами одной из наших историй. Поэтому давайте для начала вспомним несколько эпизодов из... других роликов. Наша таточка, так называемая бабушка Софиевна, летом уехала на секретную миссию в Санкт-Петербург. А мы тогда предлагали вам отгадать породу собаки, с которой она поехала. Несколько людей даже отгадали. А секрет заключался в том, что Эва ездила к своему мужу, папе ее будущих детей. А 17 октября этого года Эвочка родила трех прекрасных малышей. Одного коричнево-подпалого сыночка и двух черно-подпалых мальчика и девочку. Сейчас щеночкам даже меньше месяца. Кто такие зайки? Малыши в старинной детской кроватке спят, ланкаширские малыши. Куда попал, Слялик? Возятся там что-то, возятся. Мама, у собак есть Дед Мороз? У собак, детки, Дог Мороз. Ну расскажи еще раз. Однажды, 31 декабря, когда я была маленькая, как вы... Переключи! Вау, смотри, мелкий! Дог Мороз! Ох, бедные дети верят. Приходи! И моя мама надеялась и верила в меня, как и я верю в вас. Держи крепко, мелкий! Кто тут гуляет? Да, Эвусь, привет! И один щеночек Эвы тоже уехал уже в свой новый дом. Остались двое. Морда в снегу! У кого морда в снегу? Ребят, вы куда? Бабушка там с ёрками вышла. Кто побежал? Это щенок ланкаширского хиллера. Адам, Илай! Адам и Илай носятся. Эвочка, эй, ребята! Это Эвочка, редчайшая порода в России, ланкаширский хиллер, которая родила первых в России щенков ланкаширского хиллера. Вот они эти ребята! Илайчик шоколадный. Иди сюда. И Адам. Такой же, как мама, черный. Почти все ушли домой, кроме этих трех активных очень собак. Да! Что? Это не та дверь. Илайчик с Адамом. Илай. Да. Привет. Эвин, сыночек, сидит там такой ушастый. Привет, Вань. Бродят, им не спится. Слишком много энергии у них, да? Кто это прибежал? Кто это так вырос? Во что превращаются игрушки в собачьей семье? Мама моет сыну уши, а сын протестует. Так смешно. Что, ты хочешь камеру взять? Эва, ты хочешь камерой снимать? Ты хочешь снимать, да? Ну-ну. Это Эйвен, привет. А это птица. А что ты делаешь? Птица, не лежи камеру, я вдруг снимаю. А что ты делаешь? Маха, не лежи камеру, говорю. Это мои дети. Мам, а что ты делаешь? Я снимаю влог. Эйвен, отойди-ка. Это один из наших котов, Чейз. Привет. Чейз, зачем ты показываешь мне свой зад прямо в камеру? Фу, некультурный. А вот тут Софи. Привет. Эва, а что ты делаешь? Я снимаю влог. Это мой второй сынулька. А это девчонки играют. И так проходит день. Цветок ворует, а? Так что, если кому-то интересно, можете пойти на сайт питомника «Замок Святого Ангела», и там есть телефон, куда позвонить. А теперь только представьте, что в России зарегистрировано ланкаширских хиллеров всего 3. И эти щенки – первые щенки этой породы во всей нашей огромной стране. Вы говорите, в щенков. Кто грызет, мой парень? А вот
Джек. И лизать тоже нельзя, Юми. Хорошо, а почему? Один из ваших любимых вопросов. Кем мне приходится Наташа, заводчик питомника замок Святого Ангела? По крови, конечно, никем. Но так как у меня не было семьи и родителей, их семья стала моей семьей. Волшебная семейка. И вот как раз она купила Эву, нашего ланкаширского хиллера, в Англии. Тихо, нет! Скажи своему удочеренному ребенку, что нельзя лизать Аню. Нельзя лизать Аню. Ладно, хорошо. Капец просто. И очень здорово было наблюдать, как развивались и росли щенки с самого маленького возраста с приезда Эвы из Англии в Россию и с тем, как она стала мамой и как щеночки уже подросли и как они изменились. Ребят, подробно про породу ланкаширский хиллер мы рассказывали вам в отдельном видео и ссылочку на него я оставлю внизу. Так что, ребят, если именно сейчас вы ищете суперумную собаку-компаньона для квартиры маленького размера, нетрудную в уходе и которая при этом, в отличие от малютки чихуа или йорка, будет чесать сами бегать с вами по лесам и не уставать, а если у вас нет времени спокойненько сидеть дома и вести себя прилично, то вы ее нашли. Конечно, любая собака бесценна, и 1 миллион – это даже очень мало для настоящего преданного друга, ведь друга не купишь ни за какие деньги. И, конечно, первые и единственные в России щенки ланкаширского хиллера стоят не миллион, а раз в 10 меньше. Но зато вы получите миллион улыбок, счастья, радости, веселья, прекрасного настроения, миллион счастливых дней со своей новой собакой. Так что, если вам стало интересно, вам понравились щеночки, то звоните Наташе, заводчику питомника «Замок Святого Ангела». Ссылочку на их сайты и контакты я оставлю внизу. Я надеюсь, вам понравилась эта история взросления щеночков. И мы с вами увидимся скоро. Пока! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.